хочу с вами немножко более подробно поговорить о продукции здоровья. Вот я хочу вам задать вопрос. Вот если вы заболеваете, по какому алгоритму вы действуете? То есть я вам немножко подскажу. То есть вот вы заболели, вы обращаетесь к врачу. Вы обращаетесь к врачу. Врач вам прописывает лекарства. Правильно? Вы эти лекарства принимаете. И, как вам кажется, выздоравливаете. Потом вы снова заболели. Вопрос какой-то, да? Мне нужно остановиться. Лекарства помогают. Лекарства, конечно, да, помогают. Да. Симптомы вылечивают, но не причины. Вам становится легче. Да. Лекарства помогают. Но вы снова заболели, снова идете к врачу. Потому что вам же лекарства помогли в первый раз. Вы снова идете к врачу. Снова он вам прописывает лекарства. Вы снова поправляетесь. И в следующий раз, когда вы заболеете, вы опять пойдете куда? Врачу. Чтобы он снова прописал вам таблетки. А что он делает? Мы сейчас не про МР говорим. Мы говорим про то, как думает большинство людей, когда они болеют. Да? Есть люди, которые занимаются профилактикой своего здоровья. Занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, пользуются витаминами, специальными пищевыми добавками, биологически активными. ЛР не лечит без лекарств. ЛР помогает вам меньше болеть. Об этом мы сейчас и поговорим. Мы не продаем лекарства. Просто на этом слайде я хочу вас призвать немножко задуматься, в какой категории людей находитесь сейчас вы и где вы хотели бы оказаться. Да? То есть как считаете, где вы находитесь? Вот вы сказали, что идете к врачу, значит вы находитесь здесь. 95%. Да? А вы хотели бы быть здесь? Вот в 5% тех людей, которые думают до того, как заболеть. А не после того, как вы болели. Вот моя презентация, она разделена немножко на такие три шага, можно так сказать. Три шага к здоровью и долголетию. С чего начинается вообще наше здоровье? К очистке нашего организма, правильной очистки. Вот когда мы рождаемся, мы младенцы, наш организм девственно чист. Все сосуды кровеносные чистые, да? Все органы чистые и работают правильно. В течение жизни мы постоянно загрязняем наш организм. Это происходит и из-за экологии, и из-за неправильного питания. Причем неправильное питание начинается уже в детстве. Родители уже неправильно кормят своих детей. Слишком много сладкого, слишком много мучного, мало овощей, мало фруктов. Не обращают внимания на диету. Этому способствуют производители питания, которые производят и рекламируют активно для детей сладости, да, фастфуд, быстрая еда, Макдональдс и так далее. То есть вы согласны со мной, да, что мы уже, начиная с детских лет, неправильно питаемся. Вот кто в Советском Союзе, как ребенок, рос вместе со мной? Да? Мы питались лучше, чем сегодняшние наши дети питаются. Согласны? Мы ели больше простой, натуральной еды. Ели много овощей и фруктов. Морковку грызли, капусту там родители нам постоянно давали, да? Какие-то проблемы? Согласны, да? Согласны. Вот, к чему мы приходим к 40-50 годам? Мы приходим к тому, что наш организм засорен.
если не помогать организму годами выводить накапливающиеся шлаки и токсины, то мы как бы отравляем наш организм изнутри. А это основа для развития многих болезней. Вот как можно сравнить с водопроводными трубами, да? Или канализационными трубами. Они засоряются со временем. Мы вызываем мастера, он либо чистит нам трубы, либо меняет их. Поменять трубы в организме мы не можем. Мы можем только почистить. Вот такое решение, как питьевые гели алоэ вера, призваны нам помочь очистить наш организм. Потому что основное назначение вот этих продуктов — это выведение токсинов и шлаков, очистка организма на клеточном уровне, поддержание правильного кислотно-щелочного баланса и снабжение витаминами. Также наш справочник по продукции содержит много информации вот на эту тему. Да? Справочник по продукции. Второй шаг – это нормализация кислотно-щелочного баланса. Обычное питание современное, особенно вот полуфабрикаты, перенасыщены кислотой. Нормальная среда организма, она нейтральная. То есть показатель pH 7. Да? Всем понятно pH 7? Я сейчас здесь еще не это нормально, да? Больше 7 это щелочь, меньше 7 это кислота. Кислота — это очень плохо для организма, очень плохо. Наверняка вы слышали такое понятие, как повышенная кислотность в организме. И это негативное понятие, да, то есть его говорят, что это проблема. Проблема повышенная кислотность. Это не здорово, не хорошо. Но если в нашем организме и вот этот вот pH будет хотя бы на какое-то одно деление отличаться от 7, нас ждет неминуемая смерть. Наш организм сам себя защищает. Он запрограммирован на жизнь, а не на смерть. Поэтому он следит за тем, чтобы вот этот показатель всегда оставался в норме. Но если мы перенасыщаем наш организм кислотой, то он знает, как с этим справиться. Сам организм знает, как с этим справиться. Он нейтрализует кислоту щелочными минералами. Минералы. Да. Как вы думаете, достаточно мы получаем из пищи вот этих самых минералов? Недостаточно. Да? Вы хотя бы одну бутылку правильной минеральной воды в день выпивает кто-то из вас? Да, да. Молодец! Только это минеральная вода. Вот. Это минеральная вода, не натуральная. Сейчас нет, минеральная, я имею в виду вот минерализованная, и синтухи там какие-то, боржоми и так далее. Сейчас ее не найдешь. Да. Так вот, если организм не получает из еды эти минералы, то откуда он их берет? Откуда он их берет? Знаете ответ? Из костей, из зубов, из волос.
А также он старается разбавить кислоту водой, которую вы пьете. Отсюда отеки. То есть люди, которые страдают отеками, это значит, что люди, что у них повышенная кислотность в организме, они не получают из пищи минералы, которые могут погасить вот эту кислотность. Соответственно, организм задерживает воду в себе, чтобы разбавить эту кислоту, чтобы снизить кислотность. Наш организм очень умная штука. Он не даст нам умереть. Но давайте ему поможем. И в компании ЛР тоже есть решение. Это комплекс минеральный ProBalance. Вот он собран таким образом, чтобы максимально помочь нашему организму получить те щелочные минералы, которые ему нужны для поддержания правильного кислотно-щелочного баланса. Начав употреблять вот это, вот эту добавку ежедневно, даже без геля алоэ вера, даже без изменения своего обычного, своих обычных привычек по питанию, вы уже заметите, разницу. По ProBalance также имеется большая информация в справочнике, а также справа от вас лежит. Флайер, не могли бы его поднять, показать? Да, кадр. Или вот в таком флайере, который можно тоже получить, обратившись к Наталье. Наталья здесь? Нет. Ну, Алевтина, тогда. Алевтина. Вот этот флайер можно будет, да, у Натальи получить по ProBalance. Значит, это решение для нормализации кислотно-щелочного баланса. И третий шаг – это правильное питание и вода для клеток. Наши клетки для нормальной жизнедеятельности, они должны получать нормальное питание. Кислород, сахар, влагу, питательные вещества, микронутриенты и так далее. Витамины и минералы. И как мы с вами уже говорили, современный человек, он не может получить все необходимые питательные вещества из обычной еды. Пусть даже вы обогащаете свой рацион фруктами и овощами. И исследования Института питания Российской Академии Наук, они дают однозначный ответ на это. Смотрите, здесь табличка, я вам сейчас ее озвучу, потому что ее, наверное, не очень хорошо видно. Вот как менялось содержание различных витаминов и минералов в овощах и фруктах по результатам исследований за 1985 год, 1996 год и 2002 год. То есть практически на протяжении 20 лет проводились исследования, как меняется содержание витаминов и минералов вот в обычных овощных и фруктовых культурах, которые мы с вами кушаем. Просто выдержка из этого исследования касается она картофеля и банана. Вот, например, в картофеле исследовалось содержание таких элементов, как кальций и магний. Да? Ну вот кальций. Кальций все знают, что он хорош. Что кальций хорошо. Кальций нужен. Да? Кальций в картофеле. В 1985 году в среднем показатель 14, в 2002 году 3, снижение содержания на 78% с 85 по 2002 год. Магний, хорошо для сердца, магний. 1985 год 27%. 2002 – 14, практически вдвое снизилось среднее содержание магния в картофеле. Бананы, кто любит бананы? Бананы. Бананы любят, да, отлично. В бананах кальций, витамин В11, магний тот же самый, витамин В6.
Вот возьмем наиболее такой массивный, да, витамин В6. Витамин В хорошо? Витамин В хорошо. Смотрите, в бананах в 85 году 330, в 2002 году 18, снижение на 95% за почти 20 лет. То есть мы с вами едим банан, но мы не получаем из него эти полезные витамины, минералы, на которые мы рассчитываем. Поэтому, естественно, нужно сбалансировать свое питание добавками. Да? А почему так происходит, знаете? Это отступление немножко сейчас от темы. Почему вот происходит это снижение? Сельскохозяйственные почвы, они истощаются. Они уже не способны насытить вот этот плод минералами. А удобрения, которые используются, они способствуют лишь быстрому росту самого плода, но не способствуют насыщению почвы вот этими минералами, которые фрукт или овощ забирает, получает через свою корневую систему из почвы. Понимаете, да? То есть экономика. Нужно много картошки вырастить, быстро собрать, продать. Никто не беспокоится, сколько там будет кальция в этой картошке. А деревни свои, если картошка? Ну, вы покупаете или сами выращиваете? Сами. Сами? Вы молодец, продолжайте так делать. Но большинство из нас ходит в магазин за картошкой, согласны? Мы же говорим о общем населении, а не о конкретном ком-то. Поэтому у нас и долгожители в деревнях, и на Кавказе, там, да, которые кушают травку, овощи, фрукты. Это только подтверждение вот, этой, вот этих моих слов. Понимаете? Вот эти исключения, о которых мы говорим, они лишь подтверждают общее правило. Поэтому очень важно сегодня заботиться, добавлять в свое питание добавки. Это очень важно. И когда вы выбираете, какие добавки, очень важно смотреть, кто их сделал, кто их произвел. Сейчас на этом рынке очень много предложений. И очень важно покупать товар именно от качественного производителя, от ответственного производителя, которым является наша компания. Да? Переходим к следующему слайду. То есть этот третий шаг — сбалансировать свое питание. Он также помогает нам, то есть он включает в себя такой вопрос, как нейтрализация последствий стресса. Вот кто думает, что у него нет стресса? Кто думает, что у него нет стресса? Не подвержен стрессу. Есть такие? Вопрос понятен? То есть вы думаете, что у вас нет стресса? Вы хорошо спите? У всех есть. Правильно. Спит хорошо, говорит. Молодец, супер. Одна на весь зал. Да? Одна на весь зал. Вот смотрите, по данным опроса, проведенного в Германии. Германия более благополучная страна, чем Россия, как вы думаете? Там, наверное, у людей меньше стресса. Восемьдесят процентов людей ощущают сильное напряжение по тем или иным причинам. Каждый третий испытывает длительный стресс. Это исследование в Германии. 33% детей в возрасте от 7 до 9 лет страдают от стресса в школе. Это исследование, подтвержденное, вот оно исследование проведено не их специально немецким, с участием 5000 школьников младших классов. Здесь это написано. 33% школьников младших классов страдают от стресса. Как вы думаете, в России этот показатель больше или меньше? Еще больше. 5%. Еще больше.
Неработающие люди, те, кто не ходят на работу, еще больше ощущают стресс, чем те, кто ходят на работу. Потому что это связано, этот стресс связан с переживаниями по поводу своего положения, финансового положения и так далее. И, конечно, стрессу подвержены те, кто активно работает. Хронический стресс, он приводит к химической реакции в организме. Стресс – это химия. Стресс – это кислота. Когда мы испытываем стресс, высвобождаются свободные радикалы. Повышается кислотность в организме, ухудшается самочувствие, повышается давление кровяное. Помочь справиться нам со всеми этими проблемами может вот такой продукт, например, как MindMaster. Это сбалансированный продукт, который содержит в себе 9 ингредиентов, 9 составных частей, которые помогают нам бороться с последствиями стресса. Не с самим стрессом. Если вы выпьете, это не значит, что у вас стресс пройдет. Но последствия стресса в организме, он вам поможет нейтрализовать и вывести. Нейтрализовать кислоту, подпитать клетки витамином В. Он не то, что ощелачивает организм. Он, во-первых, содержит большое количество витамина В, витаминов группы В. Он содержит L-карнитин, он содержит хлорофилл. Хлорофилл вообще считается как зеленая кровь. Хлорофилл – это то, что у нас вырабатывают растения под воздействием солнечных лучей. Селен, витамины группы С, Е, В, фолиевая кислота, железо. То есть содержат те минералы, те питательные вещества, те витамины, которые именно помогают эффективно справиться с последствиями стресса. Опять же, максимально подробная информация в справочнике. Таким образом, вот эти 3 шага помогают нам улучшить качество своей жизни, улучшить качество нашего здоровья. И вот такую программу мы специально, компания разработала такую программу на каждый день. Программа антиэйдж. То есть начинается все с очищения, с нормализации кислотно-щелочного баланса и с качественного питания на клеточном уровне. Да. И не только. Да? То есть питание, у нас есть и программа для тех, кто хочет лучше контролировать свой вес. В этой презентации мало об этом сказано, но у нас есть отдельная презентация на эту тему. Кого заинтересует, значит, мы заберем еще одну группу и проведем именно лекцию, да, вот такое собрание по балансированному питанию. Но, в частности, результаты использования от наших партнеров, они стали стройнее, здоровее с продуктами от ЛР. А вот первый пример, девушка 38 лет, убрала 7 килограмм лишних, стала стройнее на 7 сантиметров в талии, всего лишь использовав, введя в свою жизнь гели алоэ вера и пробаланс. Использовала для этого питьевые гели алоэ вера и пробаланс. Ну а также линейку продукции Slim Active, о которой мы сегодня подробнее не будем разговаривать. Молодой человек, 25 лет также, да, 14 килограмм, 18 сантиметров в талии. Ну и другие примеры, и мужчины, и женщины. Если вы становитесь партнером компании LEP, то вам доступны более 700 продуктов высочайшего качества из разных групп по специальной цене. Я уже говорил,
со скидкой 28% от розничной цены. Ну и это, наверное, не главное. Главное то, что вы обретаете хорошее самочувствие. И вы уверены в качестве той продукции, которую вы приобретаете.